Добро пожаловать в город, где месторождения нефти настолько богаты, что миллионерами становится каждый божий день. Что там горит? Природный газ. Выходит вместе с нефтью. Почему его не собирают? Здесь только денег зарабатывают. Что на мелочь не размениваются? Боже! Мы не успели доехать, а уже потеряли все. У кого есть пушка, держите ее в штанах. Они приехали в поисках американской мечты, а оказались на самом дне. Что за кошмар? Я готов на все ради тебя, ты же знаешь. Ты нанят. Мне срочно нужна работа. Прошу. В мире нефти правит одно имя. Твоя фамилия Брикс, да? Твой отец легенда. Да, когда его не знаешь. Здесь ты либо за Брикса, либо вылетаешь. Мне не нравится, что ты бросил колледж и занялся ерундой, позорив всю нашу семью. Думаешь, я отдам тебе ключи от царства и буду смотреть, как ты его разоряешь? Эй-эй-эй, стоп, стоп! Ошибка на миллион долларов. Я тут ни при чем, я не виноват. Вали отсюда. Ты не заслуживаешь быть моим сыном. Меня уволили. Ты попробовал, ничего не вышло. Только не бросай меня, пожалуйста. Хэп, это невероятно. Богатейшее месторождение на Земле, которое считалось пустой. Как минимум в 10 раз больше, чем в Саудовской Аравии. Это наш шанс, мы за этим сюда приехали. Я хочу вести здесь разработку. Я тебе вот что скажу, юноша. Завтра в полдень сюда приедут люди Брикса. Принеси мне 100 тысяч. И будь здесь раньше их. И мы с тобой договоримся. В пробках застрял. А ты у нас смелый паренек, да? Готов предложить аренду на 3 года за 1 миллион. Я дам тебе 500 тысяч. Цена растет с каждой попыткой торговаться, так что... Продолжай. Дон Джонсон, Чейз Кроуфорд, Ребекка Риттенхаус. Вот бы мой сын был таким, как ты. Я участвую в деле, чтобы взять свое. Если хочешь получить состояние, придется запачкать руки. Нефть. Смотрите осенью по воскресеньям.